Здравствуйте! Вы находитесь на канале Hardware Asset Info. И сегодня я вам расскажу, как разблокировать пользователя на Фейсбуке. Для этого мы заходим на наш профиль в Фейсбуке. Выбираем стрелочку «Настройки». Слева в меню выбираем раздел «Заблокировать». Вы увидите заблокированных пользователей. Рядом нажимаем «Разблокировать». Подтверждаем. Вуаля, вы разблокировали пользователя. Больше информации ищите на нашем сайте Hardware Asset Info. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.